В результате неосторожного обращения с огнем в барнаульском лесничестве произошел пожар, охвативший почти 3,5 гектара леса. Под угрозой возгорания оказался и населенный пункт. Такой сценарий отрабатывали спасатели в рамках всероссийских командно-штабных учений. На место условного пожара были стянуты силы различных спецгрупп, среди которых сотрудники ОМВД, МЧС, скорой помощи, администрации города, аварийно-газовой службы и других. Каждая структура оперативно отрабатывала способы пожаротушения, оповещения неотложной помощи и предотвращения побочных ЧС. По условиям сценария огонь по сухой траве начал распространяться вглубь населенного пункта. После произошло возгорание сразу 2 жилых домов вблизи кромки леса. Силами спасателей удалось оперативно ликвидировать источник возгорания в населенном пункте и прилегающем лесном массиве. Всего в учениях были задействованы 118 человек и 33 единицы техники. Напомним, губернатор на этой неделе рекомендовал всем службам оперативнее реагировать на сигналы о возгораниях, чтобы не допустить повторения событий прошлых выходных. Тогда за один день в регионе зарегистрировали 300 пожаров.